Встреча Хаджи Умара Рапиева и министра по физической культуре, спорту и туризму республики Ахмеда Катиева состоялась в теплой и дружеской обстановке. Министр поздравил спортсмена с победой на чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов и отметил, что подрастающее поколение должно равняться, например, наших героев, один из которых Хаджи Умар. Я хотел бы, во-первых, вас поздравить с тем, что вы выиграли чемпионат страны. В вашем возрасте это очень уважительно, это очень хороший пример для нашей молодежи, для наших начинающих спортсменов, чтобы они видели, что наши старшие братья, наши старшие спортсмены в состоянии в 70 лет становиться сильнейшими в мире. Это очень хороший положительный пример. Хаджи Умар Рапиев родился в 1937 году в селении Кантышево. Увлекся борьбой с 5 лет, а в 1951 году принял участие в спартакиаде среди школьников Петропавловского района Северо-Казахстанской области, где занял первое место. Эта победа и послужила стимулом для его дальнейшей спортивной карьеры. Одними из самых высоких достижений стали чемпионаты мира в 1996 году по вольной борьбе среди ветеранов в Сан-Франциско и 1997 по самбо в Югославии, где Хаджи Умар доказал, что ему нет равных. Неоднократный чемпион России Хаджи Умар Рапиев и в этом году пополнил копилку побед, заняв первое место на всероссийском турнире среди мастеров спорта, проходившем в Калмыкии в городе Элисте. Представителей по республике Ингушетия нас было двое. В частности, я и Евлой Подмахшарип. Соперники у нас были, вот в частности у меня, был из Дагестана, из Абхазии, из Северной Осетии, и, да, естественно, я по 4 по человека. В финале со мной подборолся в прошлом-то известный спортсмен из Северной Осетии и многократный по чемпион-то известный Борис Уртаев. Хороший спортсмен в прошлом. И в финале так получилось, что к этому по чемпионату я подготовлен был более лучше, чем он. И под победу подали мне. На грядущем чемпионате мира в Албании по вольной борьбе среди мастеров спорта в сборной команде России страну будут представлять трое наших соотечественников: Хаджи Умар Рапиев, Макшериф Евлоев и Висан Юсупов. Нет никаких сомнений, что наши ветераны спорта выступят на этих соревнованиях достойно, а молодежи остается лишь равняться на них. Элис Чахкиев, Руслан Атиков, Ахмед Гадабошев, Вести Ингушетия.